Одна из моих подписчиц просила, чтобы я снял ее дом в селе Молдаванское, где раньше она жила. Вот. Ну, я посмотрел, где этот дом находится. Оказывается, мы почти соседи. Вот до угла Астахова дойдем, улица Комсомольская, Астахова. А там до следующего перекрестка и будет улица Коммунаров. А там как раз Ольга и ваш дом. Ну что, Ольга, пойдемте посмотрим, как ваш дом сейчас выглядит. Сегодня хороший солнечный день, хоть и облачность, но на улице где-то 16-17 градусов, а то может даже и теплее на солнышке. Ну что, вот мы, Ольга, подходим к улице Коммунаров, на которой вы жили. Улица Коммунаров. Там дом Василия Федоровича Подоляна, наверное, вы знаете. Это улица Астахова. Ну и вот улица Коммунаров. И, по-моему, как раз машинка стоит хозяина того дома, где вы жили. Все цветет, все замечательно. Это 26-й дом. Добрый день! А вы не подскажете? 24-й дом, это вот следующий будет, да, у вас? Как у них территория идет? Это 26? Да. Ну, вот тут раньше был дом, вот здесь. А сейчас его нету, да? Да. Тут, наверное, 22. А 24-й, он вообще пустой участок? Да. Здесь раньше Ольга жила такая, Прохорова ли? Вот она просила, чтобы я подошел и снял ее дом. А ее тут нет, дома его нет. Дома нету вообще. Ну вот. То есть она продала землю или вообще она уехала и все? Я не знаю, она продала или не продала. Скорее всего, не продала. Я что-то посмотрел, навигатор мне показал, что вот это место. Ну это значит вот. Ну вот. Что я на Комсомольской живу, да, и как-то мне сюда не приходилось захаживать. Вот, это участок, но он, по-моему, не продан. А вы Ольгу знали? Ну, да. А хотите привет и передать? Ну, я просто снимаю ролик, да, у меня свой канал есть, я про Молдаванское снимаю, я один из блогеров, который живет в селе Молдаванское, про красоту нашу снимаю, выкладываю на YouTube. Вот, поэтому я так, наверное, это вот ее участок, вот, и он... Вот, вот это. А вас как зовут? Меня Иван. Да. Иван. Меня Сергей. Вот, вот это их участок был, здесь был дом. Вот, ну ясно. А у нее, получается, участок был до самого конца до туда, самого, да? Низа, да. И вот где дом, да, начинается, да, да, оттуда. Ну, там немножко заборчик есть. А электричество даже нету, отрубили. Вообще ничего нет. Ну здесь, а здесь это новая компания, наверное, обрезала, чтобы можно было подъезжать, мусор ставить. Да, да, да. Жалко, хорошее место. Что же оно так? Ну я не знаю, документы где они, есть ли они документы, нет ли их. Ну он же был, это же не просто так же, это сельское поселение же было. Да. Это. Ну это надо с ними разбираться, я не знаю. Ну, Подоляна вам Василий Федорович знает же, наверное, как все тут было. Это мой сосед, кстати. Да, он знает. Он же раньше был этим, главой. Главой. Ну да, да, он и директором школы был. Да, 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 да. Ну, в общем, я не знаю, как это. Эти документы, наверное... Ну да, в принципе... У них они документы... И надо просто восстановить. Есть, да, эти документы. Есть ли документы у них на этот участок или нет? Хотят они его продать, не продать, я тоже не знаю. Но я, насколько вот знаю, у меня довольно много вот подписчиков, которые интересуются покупкой земли и дома в Молдаванском. Потому что, ну, есть интерес, скажем, хорошее село. Я, скажем так, вот работал по Крымскому району торговым представителем и много объездил и в сторону Краснодара туда, до ЭНЭМа, и Славянск на Кубани, и Варениковска. И я как человек новый, свежий глаз, что называется, да, я скажу, что Молдаванка – это самое красивое село. Тут даже с Крымска говорят, ребята, уйдем на пенсию, купим дом в Молдаванке. Купят они, все занято. Попробуй купи, это же Рублевка. В общем, я не знаю, если вы все свяжетесь, то будут они его продавать, плюс документы, я не знаю, как-то. Наверное, потому что он стоит тут? Ну, все правильно, он же зарастает. Он не может вообще за истечением времени сельсовет взять его и продать сам. А, как бесхозный. Да. С
кстати, может быть, есть. Я знаю, что сейчас вступило в силу по поводу огородов. Было такое, что если 3 года не обрабатывается участок, и есть тому подтверждение, что даже трава не косится, его могут подать на как вот отчуждение от собственности именно вот в пользу муниципальных там властей, скажем так. Ничего приятного не будет. Что вот если это может передать, что его может просто сельский совет продать без них. Ну да. Если они не это. Так что Ольге нужно подсуетиться. Да. Хорошо, Иван, большое вам спасибо. Все. Спасибо. Все, привет будет. Да. Будьте здоровы. Все понятно. Спасибо, Иван. Ну, Ольга, вы все поняли. Это вот территория вашего участка. Значит, новая компания по вывозу мусора поставила рядом контейнер. Дома здесь нету. Я не знаю, сколько у вас соток, но на мой взгляд здесь больше 20 соток. Кстати, интересно, тропинка здесь есть. Ну вот это вот ваши соседи. Рядом с вами, да. И получается дом от забора где-то 2 метра. Не знаю, помните вы этих соседей? Это 22-й дом. Ну да, а вот там вот Подолян Василий Федорович живет. И вот там сразу мой дом. Ну что, попробую зайти на ваш участок и посмотреть. Что-то можно увидеть. Это вот граница участка с Иваном. Как раз это его территория. Вдоль забора срубленные деревья, видно, старые были. Даже сетка забора, и там уже соседский уже участок. И, видимо, или не то речушка, не то что-то там такое было. О, лягушки там квакают. Ну, очень высокие деревья, или алыча, или это дикая слива. Все, конечно, заросло, и деревья, как пальмы. Может, это джердела, кстати, может быть джердела. Очень похоже. Но скворцы здесь поселились. Это Ивана уже участок. И вот край участка, уже забор видно идет, красная линия, орех стоит. Вырыли здесь канаву, чтобы вода уходила. Конечно, даже остатка фундамента не видно. Вот. Тюльпанчики. Да, ну вот здесь вот сплошные деревья. Похоже, что вот здесь дом был. Вроде как фундамент стоит. Ну, еще разочек, Ольга, вот посмотрите. Это вот и есть территория ваших владений. Ваших или ваших родственников. Да, деревьями заросло, конечно. Ну, неплохой участок. Получается, восточная сторона. Не так жарко будет. И вот одна дорога и вторая. Ну, а мы идем по Астахово вверх. Я возвращаюсь домой. Если вам помогло мое видео, если у вас появились нотки ностальгии, пишите, ставьте лайки. Если есть вопросы какие-то по участку, может, чем-то помочь вам надо будет, давайте помогу. Во всяком случае, Василий Федорович тоже что-то может подсказать, как решить эту проблему. Но вообще на большие участки в селе Молдаванском есть спрос, потому что люди возвращаются в село. Ну, а Ольга, как вы слышали, Иван вам передает пламенный большой привет. И вашей маме тоже
Дай Бог вам всем здоровья. Это был репортаж Викинг Лайф и Сергей Гуд. Ну, еще маленькая такая приятность для одного из наших подписчиков, Степана из города Якутска, с улицы Олега Кошевого. Ваша посылка собрана и отправляется сегодня к вам домой. Напомню, что Степан победил в одном из конкурсов, который у нас проводился 10 апреля во время прямого стрима. Он выиграл подарочек рукоделия Атала. И вот эта посылка сегодня отправляется к вам, Степан. Так что ждите, вы ее получите. Ну вот такой вот сувенир, да, вам, Степан, будет, кроме вашего выигранного приза, мы вам еще отправим и немножечко нашего кубанского солнца. Погрызите орешки, и вам будет такое варенье с нашего участка. Это абрикосовое варенье. Степан, вам большой привет из села Молдаванского Краснодарского края. Ваша посылка отправлена, так что ждите, ваш приз к вам едет уже. Сейчас мы идем на улицу Коммунистическая. Один из моих подписчиков сказал, что у него есть участок большой, хороший участок, и он бы его с удовольствием продал. Единственное, что там нету никакого дома, и нужно все заново строить. Поэтому, если кому-то это интересно, смотрите этот сюжет. Ну и потом созванивайтесь со мной, если вам это понравится. Сейчас идем смотреть участок. Улица Коммунистическая находится на перекрестке с улицей Советской. И тот участок, который мы идем смотреть, он находится немножечко ниже горизонта села, скажем так. Вот в том направлении находится. Дальше уже вы видите это горы и хутор Первенец. То есть это чисто южная сторона. Ну что, идем по улице Коммунистической. Уже подходим к участку, который будет продаваться. Он находится в самом конце улицы, скажем так, крайний. Я так понимаю, что это вот этот и есть участок рядом с колодцем. Как хозяин мне писал, что здесь давно никто не живет. Есть электричество рядом возле столба. Дом. Ну, как он сказал, участок большой. Особо снимать здесь нечего. Здесь давно никто не живет. Ну вот смотрите, мы спустились в самый конец улицы. Это, можно сказать, тупичок. И дальше вот дорога идет наверх. Это улица Советская.
Вот соседи напротив живут. Ну, пройдем, посмотрим, что в конце самой этой улицы. Я слышал, что здесь лягушки звуки свои издают. Значит, здесь речушка. Я так думаю, что это гичипсинг. Это уже околица села. Дальше только луга. Ну, речушка вот там идет. Это вот за деревьями, там как раз проходит речушка. А это вот дорога на Крымск. И это самая южная часть села. Здесь травы много. Вот как раз где деревья посажены, это проходит граница участка. Там даже где-то еще и забор остался. А эта тропинка, по всей видимости, кто-то ходил вокруг да около. Ну, судя по размерам участка, действительно большой участок. Даже трава косилась здесь. Крапива. Ну да, была скушена трава. Получается следующая картина. Вот это граница участка. И вот он идет до этих вот домов. И заканчивается где-то аж там. То есть здесь, наверное, соток 30, а то и больше. Но это вот граница самого участка. Когда-то что-то здесь сеяли, потом, по всей видимости, скосили траву. Но участок ровный. Деревьев таких или корней я не вижу. Да, здесь надо заниматься. Ну, как говорят, дорогу осилит идущий. Ну и видно старые деревья здесь. Скорее всего, здесь либо картошку, либо кукурузу сажали. А это вот сам, можно сказать, бывший сад. Виноград ползучий, тут еще какие-то кусты. Да, это все нужно корчевать. Вон даже виноград на деревьях полез. Это, скорее всего, абрикос был. Ну, здесь, наверное, скорее всего, был погреб. Малинник заброшенный. Да. Это все под снос, конечно. Там туалет, все это тоже никому не нужно. Да, видимо, здесь очень давно уже не жили. Даже не буду в старый дом заходить. Малина всюду вокруг. Да, это вот есть. Но зато прямо колодец. Ну, участок большой, да. А это, наверное, летний домик был. Да, все, электричество все отключено. Ну, я так понимаю, что здесь все коммуникации были, просто из-за того, что никто не живет, а может быть и долги были, все отключили. Но участок зарегистрирован, имеет свой кадастровый номер, площадь, все это есть. Все, об этом мы и закончим, наверное, рассказ об этом участке. Дальше это пошла улица Комсомольская наверх уже, скажем, четко на север. Это восточная сторона, соседский участок ухожен. И вот начинается граница уже этого участка. Дом сделан из блоков. Можно все это разобрать. Колодец. И вот видите, стоит электричество, столб, да, но электричество отключено. Вот. Я так, насколько помню, у всех газ, вода есть подведена. Ну и это вот конец участка. И вот здесь вот соседи уже пошли. Кстати, это цедония цветет. Или айва японская.
Ну все, ребята, значит, репортаж я об этом доме закончил. Да, если что, пишите на почту или в личку.